Ребят, я, в общем-то, наняла себе водителя личного. Вот, стоимость небольшая. Вообще, он согласен был работать за еду, но, блин, не жалко стало. Я думаю, давай хотя бы потихатка в день. Вот, познакомьтесь, пожалуйста. Ява! Ява! Мне уже становится страшно, слышишь, даже за пятихатку. Что происходит? Так, ну что, ребят, хочу вам донести такую последнюю свеженькую новость. Давай. Аленка влюбилась. А, я думала, ты про копию свою будешь говорить. Не, ну копия, это понятно, само собой. Сейчас ресницы сделаю и это. Так, да. Давай, Ален, рассказывай. Я влюбилась. Вот, но это пока анонс, я не скажу кого. Вот, ну, как обычно, выбираю сотрудников. Давай намекнем хотя бы чуть-чуть. Медицина. Массаж. Массаж. Ну ты обещаешь, что мне в спину вправить? Она, кстати, обещала, реально. Только по-дружески, Таня. Все окей. Нострадаму сломай колено, а то я тебе сломаю твое колено. Ай, вот научишься ломать. Не берусь, но точно знаю, что вернусь. Пусть даже через 100 веков стану не дураков, а гениев. И повержены в бою, я воскресну и спою на первом дне рождения страны. Ребят, гадаем Димке, что у него будет в 2020 году. Итак, займешься йогой, Дим. Обязательно. Смотрите, какой большой, накачанный. Я не качок. Забыла, что? Ему 62 года, кстати говоря. Да. Вот. Ну, как бы. Да, боксер. Да. С Комсомольском на Амуре. Так, поэтому толпой девчонок сразу не бежим, он отбор делает. Только одну. Только одну. Так, ну что, ребят, с Дальнего Востока подъехал... Уруру! Уруру просто, Дима! Как ты сюда попал, скажи? Так это редко чудо приходит... какое-то вообще. Так редко к нам приходят с Дальнего Востока земляки. Ну, как бы, девочки, я вам говорю, ну, как бы, тут надо прям брать. Приходите, сразу забирать. Я сам заберу свою. Так, Дим, давай, какая девушка нужна? Рассказывай. Красивая, красивая. Так. А потом пообщаемся. А потом запахи, энергия, все же важно. Так, обеспечена вам защита, дерзость, брутал. Жестко. 6,3 AMG. AMG. Полный обвес, тюнинг. В общем, подписываемся на нас, друзья. Мы захватили Аленки да, с Инстаграм. Да, абсолютно все подписчики Алены, переходите к нам, на потому что гораздо интереснее молодые, харизматичные, позитивные, красивые, свободные, самое главное. В общем, ребята... Он даже выкинул пакет, это, чтобы попасть это, ко мне в сторис. Понимаете? А, зашла в мужскую спальню, а ребята говорят, ну сними нас в сторис, пожалуйста. Да. Мы хотим себе подписчиков. Между прочим, это я даже слово такого не скажу. Это вон тот Тузов говорит. Кто? Вот это я сижу. Ну ладно, Ромку не трону, а этого сразу потушу. А подожди, скажи честно, физики хватит? Очень много. Но не хватит. Нет, физики много, но на меня не хватит, я тебе могу сказать. Когда я занимался уже.
Дорогие мои подписчики, на проекте появился мой старший брат. Он сказал, что меня больше никто не будет обижать. Дима. А если кто обидит, отрублю одну руку, а вторую оставлю духовку подтирать. Всем Дима! Привет. Дима!